И мы возвращаемся к ранее обозначенной теме – библиотекам. К нам присоединилась гостья Валентина Нечаева, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки. Доброе утро, Валентина. Доброе утро. Ну, откройте секрет, ходят ли сейчас или еще люди в библиотеку? Ходят, не то слово. Вот недавно пример приведу, да, конкретный. Мы провели всероссийскую акцию «Библионочь» на базе Центральной городской библиотеки. У нас было больше 200 человек. Это серьезно. На таком мероприятии. Ну, я считаю, что при вместимости зала там 70 человек, более 200 гостей, это ну, более чем показательный пример, наверное, ходят ли люди в библиотеку, потому что им по-прежнему интересно. К нам попадают те, кому интересно развиваться, расти так или иначе, как-то вот расширять свой кругозор, пополнять свой духовный потенциал, да. И поэтому у нас недостатка в читателях и вот в таких людях нет. А кто чаще всего посещает? Это студенты, школьники? И студенты, и школьники. Дело в том, что современная библиотека, она так органично вписывается в потребности современного общества, что готова предоставить для любой категории пользователей какие-то свои интересные направления, свои интересные методы работы, формы работы. Поэтому вот так вот сказать конкретно, да, какая категория людей к нам ходит чаще, я могу сказать, что работающая категория вот, тех людей, которые заняты в дневное там, время на работе, их, конечно, меньше на порядок. Но и для них мы что-то готовы предложить вот, в выходные дни. Да, мы работаем, наши библиотеки не закрываются на выходные дни. Да, какие-то работают в субботу, какие-то в воскресенье. Мы уже вот, увеличили свой график работы, работаем до 8 часов какие-то вот, в какие-то дни. Поэтому все, что мы можем, да, сделать для этой категории пользователей, мы делаем. И они нам отвечают, что называется, ногами. Да? Приходят, берут книги, пользуются услугами нашими различными, которых огромное количество на сегодняшний день. Так. То есть вот этот вот сложившийся такой шаблон, что библиотека – это некий пережиток, да, уже что-то давно забытое, это не так. И библиотека сейчас, она подстроилась к цифровизации, я правильно понимаю? Конечно, не только к цифровизации, к информационному вот этому полю огромному, да. Библиотека не стала невостребованной, да, с приходом информационных технологий в нашу жизнь. Дело в том, что в век информации человек потерялся в этом огромном море информации. И некоторые-то люди вообще абсолютно не могут сориентироваться в этих огромных потоках, да, в огромном количестве потоков информации. Им нужен некий фильтр. Им нужен и фильтр, и какой-то своеобразный путеводитель, да, или человек, который вот возьмет его за руку, да, проведет в нужный информационный вот этот вот поток, его туда вот погрузит, да, и он найдет то, что ему нужно, то, что для него важно и полезно. Потому что количество бесполезной информации мы знаем, да, на сегодняшний день, каково процентное соотношение. И вот в этом смысле библиотечные услуги и работа библиотекаря, она, конечно, неоценима, и она чрезвычайно востребована. Особенно это ощущается вот среди людей, которые вот того поколения уже старшего, да, которые еще не научились ориентироваться, они очень боятся вот этого всего, они как-то вот закрываются, и ну, не без оснований, конечно, да, поэтому среди услуг библиотечных есть школы компьютерной грамотности вот для таких людей пожилых. У нас вообще для пожилой категории очень много всего интересного. На базе вот Центральной городской библиотеки у нас открыт многофункциональный центр активного долголетия, который мы вот открыли в 2020 году. И на сегодняшний день благополучателями этого центра являются почти 4000 пользователей в Ангарске. И, ну, для Ангарска эта цифра довольно ощутимая. И вообще с этим проектом мы вышли уже на область и растиражировали свой опыт и в Ангарске, и им заинтересовались уже в России, потому что вот на ресурсе Смартека, где собраны позитивные практики по работе с пожилыми людьми, наша практика, у нас их две было подано на этот ресурс,
и среди больше 100 практик вот было представлено в этом конкурсе из Иркутской области только, выбрали 5, и среди них 2 ангарских. И вообще библиотеки на сегодняшний день, мы вот тут с интересом прочитали сборник умирающих профессий, на одном там ресурсе выложен. Ну и помимо таких там, как логист, программист и все прочие такие вот, ну казалось бы, да, не на последнем месте стоящих профессий, а оказалось профессия библиотекаря, ну по понятным причинам, да. Сразу говорю, что составлял этот сборник человек, который не ходит в библиотеку, он не знает, что здесь происходит, потому что в противовес этому, да, в Иркутской области прошел форум с участием губернатора Иркутской области, форум «Живые библиотеки при Ангаре», который собрал со всех территорий огромное количество людей, не только библиотекари, это были и представители социальных каких-то сообществ, и волонтеры, и бизнесмены, и политики, в общем, все-все, кто, ну, так или иначе, хочет получить какое-то развитие, да, толчок развития Иркутской области в целом. И вот на, так скажем, на оценку губернатора, да, вот были представлены стратегии развития, которые, ну, были пропущены через призму библиотечной деятельности. Вот так. Это было вообще шикарно. Я принимала в нем участие, и было очень здорово. А вот вы сегодня принесли достаточно интересные книги. Вы хотите что-то из этого посоветовать? Или это то, что вы сегодня с утра прочитали? Что это? Расскажите, Ну, не с утра, конечно. Нет, это я, наверное, за пару месяцев, наверное, я вот это, может быть, половинка или треть из того, что я читаю. Дело в том, что процесс чтения у меня не прекращается ни на секунду. Я даже, наверное, во сне читаю, потому что у меня, я читаю сразу несколько книг параллельно, и вот за счет этого вот такое количество получается. Причем это книги из разных абсолютно каких-то вот сфер жизни. Вот я прочитала книгу «Эверест. Смертельное восхождение», была поражена, поэтому ее вот сегодня с собой принесла, потому что это, конечно, история, которую должен знать каждый человек. Вот о нашем русском альпинисте Анатолии Букрееве, который на себе вынес 3 там человек с вершины Эвереста, рискуя, собственно, жизнью в пургу. Вот если помните художественный фильм «Эверест», который был вот очень популярен, но там немножко под другим углом это все было снято. Ну и вот все-таки я поняла, что я до мозга костей журналист, потому что это публицистическое произведение, и вот у меня к нему особое такое трепетное отношение. Куриный бульон. Куриный бульон – это такая, знаете, это вот такой бульон, да, который просто... вот ты пьешь, и ты согреваешься, тебе хорошо, такой уют, вот ты чувствуешь, как вот это тепло развивается, благодать вот это разливается по телу. То есть эту книгу я, наверное, принесла, потому что есть определенная категория людей, которые находятся в кризисных каких-то ситуациях сейчас, да, в каких-то вот трудных состояниях, сложных, психологических, внутренних. Может быть, им не с кем поделиться. Вот я уверена, что и ребятишкам всегда говорю, которые в огромном количестве к нам приходят, я им всегда говорю о том, что если вам не с кем поделиться, если вот так случилось, да, что вы не можете открыться, откройте книгу, и это лучше ваш собеседник, потому что вы 100% найдете там ответ на все свои вопросы, вы сумеете разрешить какие-то свои сложные конфликтные ситуации, при этом независимо от того, какая это книга. Это вот волшебная какая-то работа, видимо, вселенной, я не знаю, или вот этого культурного пространства, этого купола, да, человеческого опыта, накопленного и отраженного в книгах. Вот, поэтому я обожаю делать обзоры книжные, особенно для молодежи, очень люблю вот и подыскивать для них что-то по-настоящему ценное, потому что, ну, все эти Лавкрафты, там, Варкрафты, все эти вселенные Гарри Поттеров, это все, конечно, прекрасно, и читать это тоже нужно, да, чтобы развивать воображение, потому что ничто так не развивает воображение, как чтение. Вот. А такая серьезная литература, да, которая поднимает их по ступенькам, по этим, позволяет им накопить какой-то жизненный опыт уже вот заочно, да, глядя на героев произведений,
Вот я им всегда рассказываю, что тянитесь к чтению, мы какие-то истории разбираем с ними, беседуем. И вот этот отклик, он, вот эти глаза, да, которые вот вспыхивают каким-то интересом живым. И ты понимаешь, что первое, что он сделает, когда придет домой, это он возьмет эту книгу, да, и в интернете или найдет, там, в телефоне, он ее прочитает, потому что ему стало интересно. И вот ты понимаешь, что твоя работа, это, то, что ты делаешь, это архиважно. Потому что если хотя бы один человек из 20 сидящих загорелся, произошел ты, этот да, бдынь, да, инсайт этот, то ты не напрасно работаешь, живешь там, свой хлеб ешь. Пусть это будет, да, немного громко сказано, мы, наверное, призываем вас к чтению, и если вы немного не знаете, запутались, то обязательно обращайтесь к библиотекарю, он вас направит именно в то русло, которое вам необходимо, и обязательно произойдет этот бдзинь. Спасибо огромное. Спасибо.